как избавиться от русского акцента в английском языке. Вам интересно? Здравствуйте! Вы на канале Study.ua. Меня зовут Валерия, и в этом видео вы узнаете, что такое английский без акцента. Казалось бы, странный вопрос. Ведь, по идее, английский без акцента – это то, как говорят англичане. Однако есть нюансы. Даже в Англии вы найдете десятки диалектов и акцентов. В речи шотландцев и ирландцев иностранцу вообще бывает тяжело опознать английский язык. Еще есть американский, канадский, австралийский, новозеландский, южноафриканский английский. И у каждого есть свои особенности произношения. Получается, что большинство носителей английского языка говорят с каким-то акцентом. Русский акцент в английском – это очень плохо. Наличие акцента или его отсутствие само по себе ничего не говорит о знании языка. Например, один человек переводит книги с английского, виртуозно пишет, прекрасно разбирается в грамматике, но говорит с тяжелым русским акцентом, и его не понимают. Другой человек может легко имитировать речь носителя, благодаря хорошему слуху, при этом обладает маленьким словарным запасом и говорит с ошибками. Сложно сказать однозначно, кто из них лучше владеет английским языком. Если вы говорите с акцентом, из этого не следует, что вы плохо знаете язык. Русский акцент – не препятствие для общения и тем более не повод для стыда. Но если вы планируете жить, учиться или работать в англоязычной среде, полезно будет заняться произношением. Зачем избавляться от акцента? Чтобы вас понимали, чтобы лучше понимать других, чтобы эффективно общаться. Ну и как же убрать русский акцент в английском языке? Русский язык не так сильно отличается от английского, но можно назвать его более плавным и музыкальным. Английский язык более выразительный в своих ударениях и интонациях. Итак, что же поможет убрать акцент? Общение. Обязательно общайтесь, создайте условия, при которых практика будет постоянной. Договоритесь о скайпах с тем, кто заинтересован в русском языке. Это не так просто, если учитывать выбор региона, но если вы в целом рассматриваете страну, то это вполне возможно. Главным преимуществом Study Academy есть уроки с носителем языка. Ссылка для регистрации в описании. Что еще вам поможет? Медиа. Смотрите фильмы на английском языке. Их сейчас очень много. Но не просто смотрите их, а выберите героя, у которого схожий тембр с вашим голосом, и повторяйте фразы за ним. Записывайте свое произношение на телефон. Постоянно практикуясь и сравнивая, вы сможете управлять движением своей речи, постепенно совершенствуя ее. Идем дальше. Узнайте причину отличия. Сейчас есть много информации, из которой вы сможете узнать, как можно поставить язык и распределить усилия при произношении. Из видео и книг не всегда понятно, как именно это работает, но вы всегда можете посетить занятия языковой школы, чтобы узнать об этом подробнее. Будьте готовы к тому, что, возможно, придется переучивать себя, произносить тот или иной звук. Чтобы процесс шел быстро, изучите сам процесс артикуляции и попрактикуйтесь перед зеркалом. Всегда обращайте внимание на то, как вы звучите. Многие теряют концентрацию, как только их речь становится понятна носителю языка. Да, действительно, для обмена информацией этого достаточно. Но если вы решили избавиться от акцента, вам стоит внимательно следить за теми мелкими особенностями речи, которыми обладают жители Туманного Альбиона. Стоит только отпустить эту нить, и вы получите ряды людей, которые годами говорят на втором языке, но совершенно не продвигаются в избавлении от акцента. Обращайте внимание на интонацию, изучите вариации, паттерны и правила, где она падает и где наоборот повышается. Если нейтивы смотрят на вас с недоумением, то, скорее всего, вы ударение поставили неверно. Когда изучаете новые слова и пополняете словарь, не забывайте уточнить, где ставится ударение. В заключение добавим, что для успешного результата важны регулярность занятий и ваша мотивация. Даже если у вас нет музыкального слуха и фонетика дается тяжело, вы сможете смягчить сильный акцент, занимаясь по несколько минут каждый день. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, которые выходят каждую неделю. А если вы уже подписаны, жмите колокольчик. До новых встреч!